Всем привет! Я вчера пыталась рассказать о своих планах, о том, что мы заболели, рассказала, и что срываются некоторые планы. Ну, поскольку голова еще была больная, да, Ева, то, когда монтировала видео, я там закашлялась и выключила, и получился второй еще кусок. И когда монтировала видео, то почему-то вместо голоса поставила музыку. И поэтому обо всех наших планах вы не узнали. Вы услышали только музыку, если, конечно, смотрели. Но сегодня мы уже бодренькие. И даже говорим намного лучше. Я так думаю, наш план не сорвутся. Вот. А планы у нас были такие. Дело в том, что куплены билеты. И мы едем на соревнования по фигурному катанию, которое называется «Горячий лед». Вот. И 24 и 25 сентября я буду в спортивном комплексе на Ходынке. Буду смотреть вот эти соревнования по фигурному катанию. Надеюсь, что сил моих хватит на это, потому что, ну, честно говоря, после болезни слабовато. Но я уже сегодня бодренькая. Бодренькая, вот веселенькая. И даже, видите, даже разговариваю, уже не закашливаюсь после каждого слова. Уже прям молодец. Так что, скорее всего, планы не поменяются. И я туда поеду, посмотрю красивые соревнования, если получится, поснимаю. И потом покажу там на своем канале, не на Лебедево, пешком по России. Соревнования обычно там показывают. Вот. У меня, правда, там дагестанские видео. В общем, когда я смонтировала все, то как раз до Нового года получилось. Так что до Нового года тот канал будет показывать дагестанские приключения. Разные всякие, где мы там были, что мы делали, где лазили. А, вот. Но поскольку одно видео будет с утра выходить, а вот такие какие-нибудь экстренные сообщения, экстренные видео, я решила, что ничего страшного, я прерывать эти дагестанские приключения не буду. Я выпущу вечерком. И поэтому, если все получится... вот, опять закашлялась. Вот. То тогда фигурное катание выйдет вечерком. Вечерком 24 и 25. Все сказала. До свидания, пошла кашлять.